Есть у вас что сказать по поселку Степному? По поселку Степному? Тут какой мусор. А что у нас тут с мусором? Площадка же не отведена, мусор приняли здесь. У вас же экотранспорт, да? Региональный оператор. Ну, если собирается транспорт, мы же не приравниваемся к городскому мусору. Зачем деревню равняться к городу? А что значит не приравниваем? Ну, у нас есть также хозяйство, у нас есть ботва. У нас есть навоз, угу. У нас есть техпочат, ветрогенера. Не, у вас мешковой сбор? А? У вас мешковой сбор? Ну как, мешковой же, я же навоз не положу в мешок. Ну, навоз вообще к такому не относится. Не относится? Нет, конечно. А если вдруг пожар? Куда мне мусор потом? Мусор от пожара? Да. Ну, тоже мешки с вами? Строительный мусор. Это вам необходимо связаться с региональным оператором. Он вам по отдельному договору предоставит автомобиль. За ваш счет? За ваш счет. Понятно, спасибо. Ну, это, к сожалению, реформа, здесь ничего нового нет. Все сейчас за свой счет. Как бы региональный оператор, это же ведь просто юридическое лицо, которое выиграло конкурс. Короче, есть крупногабаритные отходы, есть твердокоммунальные отходы. Вот это все региональный оператор должен забирать. Все, что касается строительных отходов, вы можете в интернете прямо открыть перечень строительных отходов. И там прямо все прописано, вплоть, ну вообще, все очень досконально прописано. И если региональный оператор чего-то у вас отказывается забирать, вы можете письменно обратиться либо к нам в палату экологической организации, либо сразу напрямую в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Там у них есть и горячая линия, и прямо в электронном виде можете написать им обращение. Это все берется в работу, присваивается номер вашего заявления, отрабатывается. Если вы будете не удовлетворены теми выводами и теми решениями, которые министерство примет по вашему заявлению, есть еще высший надзорный орган за министерством, это прокуратура. Вот, скажите, я вас перебью, потому что обычный человек это, ну, я не знаю, каждый, наверное, за лето возле там двора в ограде убирается по 3-4 раза, ну, за сезон весна-осень. И получается, мне не надо КамАЗ вывозить, мне надо буквально там тележку вывезти, а получается пакет, он ее не забирает, он щупает там листва, он это оставляет и поехал дальше. То есть тут даже проблема каждого человека, она не глобальная, это не говорит о том, что я разобрал стайку, вот, мне надо там вывезти КамАЗ, и я там наняла машину, да, и за это заплатила. Просто тут там тележка еще, вот так вот прям.